Новинки женских украшений, тренды, модные образы 2021-2022 года. Известные дизайнеры каждый сезон стараются преподнести дамам новые, необычные вариации украшений. Следовательно, женщина имеет возможность выбрать качественное ювелирное украшение либо недорогую бижутерию. Модные новинки украшений этого сезона позволяют поклонницам самых разнообразных стилей одежды выглядеть в высоте, очаровывая изумительными и красивыми элементами всех окружающих мужчин. В данном сезоне дизайнеры представили демократичные, сдержанные украшения. Также были представлены элементы гламурные, очень эффектные, от которых каждая дама будет без ума. Кроме того, модельеры и стилисты каждый сезон стараются пополнить собственные линейки новыми, более модными украшениями. Популярными будут массивные, достаточно крупные украшения в этническом стиле. Женщинам обязательно понравятся большие браслеты, кольца, сережки с изысканными камнями и крупные ожерелья. Не обойдут они стороной украшения, выполненные в минималистическом стиле. Важный аспект, который необходимо учитывать во время подбора модных женских украшений, это, конечно же, качество. И не имеет значения, что именно это будет, ювелирное изделие либо бижутерия. Металл и камни должны быть идеальными, восхищать собственной прелестью и изысканностью. Попробуем вместе понять, какие же именно украшения дизайнеры приготовили в этом сезоне. Наилучшие украшения можно просмотреть на снимках, представленных в галерее, поближе их изучить, рассмотреть каждую деталь. Изучив все коллекции дизайнеров, вы сразу определитесь с выбором. И помогут вам это сделать следующие советы. Актуальными будут кристаллы, стразы, полудрагоценные камни. Они привлекают женщин всегда, могут заполнять полностью украшения или являться их определенной частью. Камни могут присутствовать на кольцах, серьгах, колье. Во все времена популярными были хрусталь, аметист, малахит и так далее. В тренде данного сезона будут разнообразные брошки. Хотите иметь невероятный вид? Тогда обратите внимание на большие брошки из металла, круглые как монета, с камушками, стразами. Интересно будет смотреться брошка в виде змеи, бабочки и других насекомых, с цепочками. В моде будут украшения, которые носили наши бабушки, например, жемчужное ожерелье. Такое украшение сделает ваш образ изысканным, элегантным, женственным. Следующий модный лук сезона – женские украшения в виде птичек. Эти милые существа могут быть на колечках, ожерельях. Невероятно женственно выглядит браслет, на котором присутствует небольшая птичка. В моду войдут украшения в этническом стиле, подвески, амулеты, цепочки с талисманами. Женские серьги этого сезона будут крупными, достаточно массивными. Они могут свисать до самых плеч со стразами, различными камнями, вставками из металла. Чокер – одно из любимых украшений многих молодых девушек. Такое украшение может быть выполнено из тонкого кожаного каната, с буквами, яркими стразами. Благодаря такому украшению вы будете выглядеть великолепно. На подиумах опять начали править грубые, чопорные, женские украшения. Нельзя забывать про аксессуары, выполненные в стиле бохо. Это могут быть цепочки или шнурки, украшенные помпончиками их меха, фигуркам из костей. Но такие украшения желательно носить так, чтобы получалась одна крупная связка. Дизайнеры придумали необычное женское украшение – коралловые изделия. Они замечательно смотрятся в золотом либо серебряном обрамлении. Если вам больше нравятся украшения из природных материалов, тогда обратите внимание на изделия с натуральными камнями. Ювелирные наборы женских украшений – это все ушло в прошлое. От таких гарнитуров уже можно отказаться. Максимум, что можете себе позволить, пару украшений одного стиля. Но старайтесь выбрать аккуратно, выберите в дополнение еще одно украшение, которое будет совершенно иным по стилю, исполнению. Обратите внимание на небольшие женские серьги в виде гвоздиков, капелек из металла, украшенные камнями. Но дизайнеры также советуют выбрать массивные серьги-люстры, имеющие большое количество ярусов, украшенные стразами, перьями, натуральными камнями. К нам опять возвращается мода 80-х годов. Снова с моду войдут женские сережки-клипсы, изготовленные из гладкого, блестящего пластика. Также стильно будут выглядеть серьги-кольца достаточно крупные. А что вы можете сказать про меховые женские украшения в 2021-2022 году? У вас появится отличная возможность приобрести пару необычных изделий – браслет, брошку, ободок с меховыми вставками ярких цветов.
Различные цветные украшения, конечно же, заслуживают вашего внимания. Но еще выгоднее смотрится образ, где оттенок камней в браслете либо кольце будет полностью совпадать с цветом вещей. Следующий важный момент, который вам придется учесть во время выбора женских украшений в 2021-2022 грамма, надо создавать основной акцент на крупных изделиях, например, на серьгах, бусах, ожерелье, либо браслете. Иные украшения должны быть лаконичными. Для весны-лета выберите милое украшение, выполненное из яркого металла, например, из лимонного серебра, золота. Таким образом вы придадите образу некую нотку, создадите красивый женственный акцент. Теперь более подробно разберемся со всеми модными женскими украшениями предстоящего сезона. Стильные женские украшения 2021-2022 – серьги. Основной тренд женских сережек в наступающем сезоне – это интригующее массивное украшение. Как было сказано выше, на пике популярности будут серьги-люстры, большие кольца. Серьги должны быть обязательно с большим числом камней. Украшения можете выбирать и с крупными, и с мелкими камнями. Также будут уместны в любой ситуации сережки с кисточками. Самые стильные варианты должны быть эффектными, запоминающимися. Выбирайте те изделия, которые доходят до плеч. Такие украшения станут важным основным акцентом в женском образе, тем более, если вам необходимо создать невероятный лук. Интересный тренд на женские сережки – наличие асимметрии. Можете носить в одном ухе сережку, но только, чтобы она была достаточно крупная. Если же вам такой ход не по душе, тогда оденьте две серьги, одну большую, другую поменьше. При этом они должны быть выполнены в различных дизайнерских решениях. Но помните, что такой вариант подходит только для самых смелых дам, которые желают постоянно выделяться. Очаровательные женские украшения 2021-2022 на шею, что будет в тренде, фото. В этом сезоне популярность завоюют женские украшения в разнообразных стилевых решениях, начиная с ретро-направления и заканчивая дерзкими, даже смелыми украшениями. В тренде будут тонкие цепочки в большом количестве одновременно или две тонкие цепочки. Они могут быть дополнены различными словами, сердцами, листиками, звездами и прочими необычными кулонами. В этом сезоне трендовыми будут крупные связки, состоящие из цепочек. Также вам придется купить ожерелье из жемчуга, крупное ожерелье, усыпанное камнями и различными элементами из металла. Такие изделия смогут украсить ваш образ, сделав его женственным, даже сексуальным. Трендовые модели женских браслетов в 2021-2022. Модные, необычные женские браслеты в огромном разнообразии смогли продемонстрировать дизайнеры. Ими были представлены изделия, украшенные камнями, стразами, вставками из металла, пластика, кожи. Также в коллекциях были замечены браслеты в минималистическом или лаконичном исполнении. Яркие, броские, необычные браслеты можно носить поодиночке либо парными. Очень красиво смотрится изделие на запястье, предплечье или даже вверху женской руки, на плече. Это, конечно же, выглядит нетривиально, но также восхитительно. Образ становится притягательным, незабываемым, женственным. Если вы решите присмотреть модный женский браслет, выберите объемное, массивное изделие. Также вам нужно будет присмотреться к стильному браслету, на котором есть подвески в виде медалек, связки с нескольких цепочек, необычные браслеты в этническом стиле. Яркие, стильные женские кольца, мода 2021-2022. Каждая молодая девушка любит украшать собственные ручки разнообразными декоративными изделиями. Одним из таких популярных изделий среди дам считается кольцо. Изысканные, красивые, сексуальные колечки могут быть крупными, украшенными сильно камнями или деталями из металла. Кольца могут закрывать только пальцы, их часть или какой-то район руки. В моду войдут колечки, которые будут похожи друг на дружку, украшать одновременно 2-3 пальца, восхитительно сверкать на руке. Достаточно модными будут крупные изделия в футуристическом стиле, имеющие неповторимый притягательный женственный дизайн. Модные заколки для волос, диадемы, мода 2021-2022. Изящные украшения для головы зачастую девушки надевают, когда отправляются на вечеринку, праздничное мероприятие. В этом году ни одна дама не сможет обойтись без подобного украшения, тем более, если дело касается свадьбы. В моду войдут обручи на голову, красивые заколки с камнями, диадемы.
В предыдущем сезоне невесты украшали свои прически короной. Однако наступающий сезон порадует каждую модницу простыми, но более элегантными украшениями. Именно они будут придавать всему образу изысканность, делают его загадочным. Дизайн женских украшений Идей в 2021-2022 году – топ-5. Модные украшения для милых дам будут в наступающем сезоне еще красивее, изысканнее, женственнее, сексуальнее. Предлагаем вам познакомиться с теми идеями, которые вам обязательно понравятся. Монохромные, массивные изделия в этническом стиле. Очень эффектно смотрятся стильные женские украшения больших размеров с изящным образом. Такие украшения будут гармонировать с белыми, темными, красными вещами. Но эффектнее всего массивные украшения будут сочетаться с фиолетовой блузкой, платьем, юбкой. Крупные, монохромные изделия всегда модно, необычно. Спортивный образ в сочетании с классическими изделиями. Модная спортивная и женская одежда все больше набирает популярность, приобретает необычные сочетания. Чаще всего на подиумах представлены спортивные вещи, дополненные гламурными женскими украшениями и туфлями на каблуке. Один из последних трендов спортивного стиля – крупные серьги. Деловой женский стиль, дополненный вечерними сережками. Если вы желаете добавить деловому стилю изюминку, сочетайте его с вечерними сережками. Именно в этом сезоне они будут уместны с классическим офисным образом. Цветочные орнаменты в сочетании с яркими камнями. Отличное дополнение красочного женского образа будут серьги, колье, браслеты, украшенные различными по оттенкам камнями. Так, например, в украшениях могут присутствовать янтарь, малахит. Такие изделия будут настоящим хитом наступающего сезона в женской моде. Кроп-топ и крупные изделия с камнями. Вам по душе платье в стиле кроп-топ? Тогда можете сочетать подобные вещи с роскошными крупными украшениями. Выберите одно красивое колье, в котором присутствуют камни, либо сережки. При помощи них вы сможете уравновесить образ. Но знайте, такие сочетания будут уместными только с женской одеждой в минималистическом стиле.